А львовская коммунальная АТП номер один закупила автобусы-призраки. В январе прошлого года предприятие потратило 67 миллионов гривен на приобретение 55 машин, но по факту получили только 15. На маршруты они так и не вышли, но, как уверяют в мэрии, сейчас в гараже. Еще 10 автобусов якобы вернули производителю на доработку. Остальные, по словам чиновников, еще не готовы. Так ли все это на самом деле, теперь выясняет военная прокуратура. Открыто уголовное производство, правда, ничего не комментирует. Действо тайны следствия. Зато мэр города нам сегодня заявил, что новые автобусы выйдут на маршруты до конца весны.